Сегодня на базе воинской части 66-55 состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти воинов-казахстанцев, погибших на таджико-афганской границе. Военнослужащие возложили цветы к монументу солдатам, а ветеранам были вручены медали имени Бауыржана Момышулы. Подробнее в материале Жасана Жалбакова. Ровно 28 лет назад на таджикско-афганской границе под обстрел маджахеда попала казахстанская 7-я сводная рота. Во время неравного боя с превосходящими силами противника 17 воинов отдали свои жизни, а еще 33 получили ранения различной степени. Ценой своих жизней они защитили интересы нашего Отечества, проявив при этом мужество и героизм. Те воины, которые принимали участие на в вооруженном конфликте на таджикско-афганской границе, проявили героический подвиг, проявили мужество, отразили нападение превосходящих сил боевиков, тем самым подтвердили свое мужество. Я от себя лично поклоняюсь всем воинам, которые принимали участие в этих боевых действиях. Командир воинской части наградил ветеранов благодарственными письмами, а также медалями имени Бауыржана Момышулы. В первую очередь выражаю огромную благодарность вам всем за то, что проявляете к нам уважение. Я искренне верю, что вы станете такими же героями и патриотами нашей страны, как и мы прежде. Желаю всего самого наилучшего. Сейчас непростое время, и мы должны сохранить мир и единство в нашей стране. Считаю, что защищать интересы нашей страны – долг каждого гражданина. Желаю, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще, ведь они поднимают наш патриотический дух. Я сам из Атырауской области, добровольно решил служить в армии. Через 2 месяца вернусь домой. Отметим, что на таджикско-афганскую границу из нашей страны отправились более 10 тысяч казахстанцев. В нашей области на сегодня насчитывается более 300 ветеранов. Шасан Жалбаков, Самат Каликенов, телеканал Актобе.